смотрела фильм «Капитан Немо». И после этого фильма действительно сложно говорить, потому что жаль, что Бог забирает таких людей, но благодаря этому фильму другие люди могут узнать о том, что существовал человек, который всей своей жизнью столько передавал доброты, и на самом деле помимо доброты он еще и огромный пример своих спортивных качеств, волевых качеств. Ну, я написала про то, что этот фильм необходимо показывать детям. Могу сказать, что у меня сын, которому 10 лет, я обязательно покажу этот фильм. Что могу сказать? Спасибо, что есть такие фильмы. Я надеюсь, что его дело будет жить, и что ваш хэштег «Капитан Немо» будет и дальше помогать детям, больным детям. И вот, да, удивительно, какую небольшую жизнь прожил человек, вроде, казалось бы, но как много он сделал, и я уверена, что его имя будет еще долго-долго звучать вместе с добрыми делами, которые другие люди будут перенимать и помогать детям. Поэтому я вам от всей души желаю, чтобы это дело жило его, потому что, думаю, он бы очень этого хотел, но это естественно. Увидев, какой он был. Вот, поэтому спасибо.